Закончился учебный год, впереди у школьников летние каникулы. 1 июня на Красной площади Чебоксар состоится сразу несколько массовых мероприятий для детей. В 10 часов малыши из детских садов, их родители, воспитатели соберутся на традиционную зарядку со звездой. Мы гордимся тем, что среди звезд будут не только спортсмены Федерации фитнеса и аэробики Чувашской Республики, но и юные телеведущие детских программ нашей телекомпании. В 11 часов праздник на Красной площади продолжит шуточный чемпионат по метанию портфелей «Ура, каникулы!». Придуманные и организованные национальной телерадиокомпанией «Чувашии», мы вовсе не призываем ребят на все лето забыть об учебе, просто хотим немного похулиганить в детский праздник. Приходите с портфелем на Красную площадь, кидайте его дальше всех, получайте призы и медали. Соревнования пройдут в разных возрастных категориях, в том числе и среди взрослых.